еще раз вот это обращение к судьям. У них сейчас перерыв до 16 января вот в деле Фургала в экономическом. Ну, тут и праздники будут, выходные и все подряд. То есть вот пусть они действительно освежат в памяти те законы и те документы, на основании которых они должны проводить заседания и выносить свои решения. Вот. Поэтому вот я стою и хочу вот напомнить всем, Людмила Ивановна, последнее заседание было перенесено из-за болезни Сергея Фургала. Да. Что сейчас слышно по состоянию его здоровья? Ну, вроде бы слышно, что, ну, как, во-первых, все лекарства, все это у него есть, и вроде как состояние, ну, как, заметно улучшилось. Вот, поэтому там, правда, еще говорили, что и остальные, кто вот этапирован был, вроде тоже болели. Но, по крайней мере, даже не те, кто этапирован, а вот Андрей Полей, он тоже вот переболел недавно, будучи в СИЗО. Это вот от мамы информация. Поэтому там, видно, действительно ходит какой-то вирус в Москве. Но вот будем надеяться, что все это излечимо. И к Новому году Сергей Иванович, возможно, поправится. Мы устали, конечно. Я не только от этого, от того, что я выхожу. Я устала уже от всего. Очень обидно, как всегда говорила и буду говорить, за наших политзаключенных, за то, что происходит в стране. Я сегодня уже Борису дала интервью за то, что вот эти вот, что творят вот эти наши царицы, короли, вот этот позор в трусах за 200 миллионов, желая каждому россиянину. Позорище такое, просто амортно. Предлагаю всем прекратить вот эти вот. Сейчас Лолины концерты, все сдают назад билеты, потому что такая дряблая Лолита со своей мочалкой никому не нужна. Позорище устроили. Позор этому Эрнсту, который имеет 20 квартир и финансирует все вот эти программы. Стыд, позор. Наши, значит, свободу нашим невиновным землякам, свободу Горинову, что, слава богу, нашли пациента берлинского. Ну и, конечно же, нормальным людям всем счастья, добра и здоровья. С наступающим год от дракона, но мы еще поздравим вас. Желаю вам всем мирного неба над головой и всего самого наилучшего. Вот нам Набиуллина уже до того обнаглели они. Заявила, что цены поднялись в связи с тем, что люди стали много покупать. Ты вообще дура, что ли? Давайте я плакат тогда вот такой вынесу, и там будет написано: «Сволочи, прекратите так много жрать, стране мешаете». Ну, уже крыша поехала у этого правительства, у нас руководство. Зигмун, что сейчас происходит на площадях города? На площадях так люди продолжают выходить. Погода была очень жестокая вот 2 недели подряд. Сейчас помягче стало. Выходят люди на протест, выходят за Фургала, пытаются отстоять. Ну, могу повторить, все выйдут, абсолютно все выйдут, когда наш главный злодей сдохнет.